And if we do that, if the region is small enough, прежде чем я начну комментировать сегодняшнюю операцию, мы и когда стоит вопрос выбора, итак, мы сейчас будем говорить о эндоскопической субслизистой диссекции и насколько она соотносится и чем уступает или превосходит эндоскопическую резекцию. Мы будем говорить о раке ободочной прямой кишки, о его диагностике и оценке введения больного и оценке его перед началом лечения. Согласно руководству по эндоскопической, по ESD, эндоскопической подслизистой диссекции, то европейское сообщество рекомендует удалять опухоль целиком. Я был одним из членов комиссии, которая вырабатывала эти рекомендации. Выглядеть опухоли могут по-разному. Они могут быть с углублением, они могут быть плоские, с небольшим возвышением, и они могут быть достаточно высокими, выдаваться. Те опухоли, которые распространяются в бок, они могут быть гранулированного типа и негранулированного типа. И вот эти негранулированные опухоли, они могут быть либо плоские, либо иметь углубление. Это важно, потому что распространение опухоли в слизистый слой, оно может быть разным, до 70 сантиметров. Они очень инвазивные, эти опухоли. И обычно они удаляются с помощью эндоскопической процедуры. Обычно они размером 2-3 сантиметра, но тем не менее они имеют очень инвазивный характер. А говоря о диагнозе, то эндоскопия с улучшением качества изображения, она наиболее интересный и наиболее полезный способ диагностики. Особенно, когда применяется еще и трансфокатор. И когда можно, без не употребляя индикокармина, не употребляя красителей, разглядеть опухоль. Хорошая, вот знаменитая классификация опухолей прямой кишки, толстой прямой кишки. Есть тип 1 гиперпластические опухоли и аденоматозные опухоли. А третий тип это глубокий инвазивный подслизистый слой рак. Опухоли второго типа могут быть инвазивными в малой степени.
Вот все японские эксперты собрались здесь для того, чтобы опубликовать новую классификацию. И наша классификация разбила тип 2, тип 2А и тип 2Б. Это низкоуровневая подслизистая опухоль, а тип 2Б, он находится между высокоуровневой или неглубоко проникающий инвазивный рак. Тип 2А практически доброкачественный, поэтому его очень легко эндоскопически удалить, в то время как тип 2Б необходимо удалять хирургическим путем. И тут резекция будет предпочтительной. И лучше всего удалять опухоль целиком. Что касается углублений в опухоли, то пятый тип тоже мы делим на 5А и 5Н, неструктурированный тип. Опять-таки, кажется усложненным, но это могут быть опухоли низкоуровневые и высокоуровневые. Что тоже важно, потому что опухоли в зависимости от углубления, они могут быть очень инвазивными. В то время как поражения с углублением неправильной формы можно лечить эндоскопическим методом. Европейское общество также рекомендует использовать эндоскопию с высоким разрешением и хромоэндоскопию с контрастным усилением или с цифровым усилением сигнала. А теперь о резекции. Вкратце, несколько полезных советов. Эта опухоль была 25 миллиметров в диаметре. Она выглядит с небольшим углублением, но слегка неправильной формы. То есть начали инъекции в периферии, а иногда прямо в опухоль мы делаем инъекцию для того, чтобы ее приподнять. И вот между опухолью и мышечным слоем мы пытаемся не затрагивать мышечный слой. Удаление было прошло очень быстро. А удаленный материал был и окружающий и подслизистый слой, но не мышечный слой. Может быть, вы назовете это высокоуровневой дисплазией. Но здесь практически не осталось никакой культи после этого удаления. А вот эта опухоль, что бы вы сделали? Начали бы инъекции в проксимальной стороны опухоли или нет? Если тут как раз мы не увидим опухоль хорошо, если мы проведем инъекцию не с той стороны.
Здесь резекция была тоже очень легкой, и оказалось, что это тоже рак, удален вместе с подслизистым слоем. Извините за звук. Это опухоль прямой кишки. Я сделал инъекцию в проксимальной стороне, и поэтому, а потом уже с дистальной. Посмотрите на иглу. Очень важно вынуть иглу во время инъекции, иначе опухоль не будет достаточно выделена и приподнята. А затем петлю вы надеваете на стенку и захватываете окружающую ткань опухоли. Я подозревал, что это инвазивный рак. Может быть, слишком большой. Но я не боялся особо сопротивления ткани. И было все успешно, без кровотечения и без перфорации. Рак это и оказался. И вот практические советы по удалению крупных опухолей ободочной кишки. Это, во-первых, оценка перед операцией, применение эндоскопии с высоким разрешением и с улучшением изображения, инъекции в подслизистый слой, при этом можно колоть и впрыскивать с проксимальной стороны опухоли или в центре, пытаться ограничить количество уколов, надо сперва для крупных опухолей проксимальной стороны мы колем, а для небольших опухолей все равно можно даже в центр. Эти уколы, потому что раствор может утекать. Один-два укола будет достаточно. И динамические инъекции означают, что вы должны вытаскивать иглу после инъекции, и потом вы должны попытаться поднять опухоль, используя иглу. Не слишком толкайте слизистую или опухоль. И иногда я использую вязкий раствор, допустим, гиалуроновую кислоту для больших опухолей, для боли. И, конечно, окраска очень важна. И для крупных опухолей я использую окрашивание. Вы должны окрашивать наиболее подозрительную часть. Допустим, если вы думаете, что наблюдается рак, вы должны удалить эту часть, и затем вы должны удалять также и окружающую слизистую, чтобы граница была свободной. И во время, затем вы должны использовать также этот метод достаточно мягко. После того, как вы окрашиваете опухоль, вы должны поднять эту опухоль по просвету немножко. И если вы используете фрагментарный метод, вы должны дополнительные разрезы также окрасить. И это пример метода, когда мы используем фрагменты, это мужчина, ему примерно 49 лет. Я начал инъекцию в проксимальной области, потому что опухоль была 5 сантиметров. Может быть, вы можете вот кого-то узнать здесь, когда вы смотрите на меня.
И мы вынимаем инъекцию, и инъекция была начата 20 минут четвертого, прошли 2 минуты, поэтому инъекция как раз находится, вводится в опухоли, в центре опухоли. Затем я использовал такое сильное окрашивание, это был первый разрез, и здесь окружающая слизистая также была вовлечена. Это был первый разрез, а это второй разрез. И я не сказал вам, что я заранее изучил, рассмотрел эту опухоль. Это третий разрез, а это четвертый разрез. И я включил окружающую нормальную слизистую также. Это очень важно. И это был последний разрез. А теперь время 3:48. То есть мы удалили вот эту опухоль в 5 сантиметров за 5 минут, но, конечно, фрагментарный метод не всегда хорошо. Вы должны быть уверены в том, что никакие остатки опухоли не остаются на периферии. Это очень важно. И другие моменты, которые касаются МРФ, необходимо изучить дефект в слизистой после МРФ. Вы должны использовать контрастирование или окрашивание для того, чтобы подтвердить, каково состояние периферии, или если есть какие-то остатки, вы должны использовать APC. И также, конечно, важно, что вы делаете с этим образцом. Вы должны убрать все образцы, даже если это были просто фрагменты, и вы должны пытаться собрать и реконструировать каждый фрагмент, и затем вы фрагменты должны поместить на такую резину, резиновую пластину, еще на что-то, и необходимо патологическую оценку провести. Вы должны также обсудить с вашим патологом, какую оценку он дает, и после вот извлечения фрагментами МР очень важно проводить наблюдение с точки зрения рецидивов. 2 года назад мой молодой коллега представил доклад на американской DDW, и в этом докладе мы проследили более 4000 опухолей после эндоскопического лечения. Среди них 0,7% это был местный рецидив. Это, конечно, немного, 0,7%. И все пациенты с местными рецидивами были те пациенты, когда первоначальное лечение привело к фрагментальной резекции или с неполной резекцией с положительной границей опухоли. Итак, резекция фрагментами иногда не очень хороший метод. Что касается публикаций, литературы, и резекция может привести к возникновению рака. И что касается мультицентровых исследований в Японии, факторы, которые были связаны с местным рецидивом в случае МР, это когда проводилась резекция фрагментов, и не было проведено должной инспекции до разреза. То есть сначала вы должны дать достаточную оценку, если оценка недостаточна, это плохо. И если недостаточная оценка, вы можете проводить неправильное лечение, будет рецидив. И что касалось рецидивом ESD, это также было связано с извлечением резекциями, но иногда результаты трудно оценить, и в этом случае могут происходить рецидивы. И по многим другим публикациям, если более 5 фрагментов или 5 фрагментов, то уровень рецидивов очень высокий. Может быть, это надо, чтобы фрагментов было 2 или 3, даже при извлечении фрагментами. Я покажу вам приметы. Это достаточно большая опухоль диаметром 30 миллиметров. И мы изучили эту опухоль очень детально.
и вы видите вот эту неравномерную поверхность, поэтому мы решили, что это нарушение, это опухоль типа B2, и мы думали, может быть, это рак, или даже инвазивный подслизистый рак, и, конечно, тут была определенная регулярность. Мы не направили пациента на операцию, но мы использовали ESD, а не метод выемки фрагментов, и было два фокуса инвазии в подслизистую, два участка, где опухоль была инвазивной. Но, к счастью, это была такая мелкая инвазия, не глубокая инвазия, и мы проводили резекцию, и, в общем-то, это было достаточно для этого пациента. Что бы произошло, если бы мы проводили резекцию этой опухоли фрагментами? Мы бы тогда не пропустили инвазивные фокусы. Там было вот два этих фокуса. Если бы, допустим, изымаете фрагментами, вы можете это пропустить, или потом мы не знали бы, что, допустим, инвазия была, и мог быть бы местный рецидив, локальный рецидив. Еще один случай. Это опухоль диаметром 60 миллиметров. Будете ли вы проводить резекцию фрагментами? Она кажется достаточно мягкой. Может быть, резекция фрагментами и приемлема. Мы проводили ESD, и опухоль была очень глубоко инвазивной. С одной стороны, это было связано с лимфатической инвазией также, и дополнительная операция была потом проведена. И в некоторых случаях очень трудно решить, что бы произошло, если бы мы использовали резекцию фрагментарную. Мы бы опять же пропустили вот этот инвазивный фокус, и также может был бы локальный рецидив или метастазы, если бы не проследили вот эту инвазию в сосуды. Но вот эта картина, это тот же самый пациент. Заметили ли вы что-то? Вот это какая-то красная часть в центре, красный участок в центре, и мы увеличили это, и это генотип 2B, это может быть глубокая инвазия в этом случае. И профессор Келли Бонсон из Франции также описал, что когда мы проводим МР фрагментами, то не надо вот этот участок фрагментировать. Это японское руководство по ESD, МР, и я был как бы вице-президентом этой группы, которая составляла руководство. Когда мы проводим ERM фрагментами, то мы не должны фрагментировать этот участок, иначе будет сложно определить патологу и глубину инвазии сосуда. И таким образом мы не должны фрагментировать этот участок. Но однако это не всегда легко определить, не всегда легко определить вот эту инвазивную часть. И, конечно, резекция блоками, мы отдаем ей предпочтение, потому что даже если наблюдается инвазия при резекции блоками, вы можете ее удалить. И поэтому МР фрагментарный или ESD, мы предпочитаем ESD. Почему мы предпочитаем? Не всегда легко различить внутри слизистую неоплазму и рак в слизистой, инвазивный рак, то есть нелегко определить инвазивные фокусы, как я уже сказал, и при блоковой резекции мы можем четко дать патологическую оценку, и резекция фрагментами может привести к локальному, к местному рецидиву. Почему в опухолях, которые связаны с фиброзом, даже
что МР фрагментами сложно производить, провести этот процесс сложный. Для огромных опухолей МР фрагментами может затратить, может потребовать очень много времени. Допустим, в случае опухоли в 10 сантиметров, эта резекция может проводить и 2 часа, и 3 часа. И здесь становится легче, когда мы получаем дополнительную информацию благодаря развитию клинических показаний, инструментов. И теперь вы не должны бояться ESD уже, потому что вы должны, конечно, осторожно делать это, но в любом случае это легче теперь делать, этот метод легче применять, чем ранее. И опять же, наше японское руководство ESD наиболее подходящий метод для резекции блоками. И, как я уже сказала много раз, метод фрагментами очень сложно, при этом очень сложно поставить патологический анализ, дать патологическую оценку, глубину инвазии. Это было сделано много лет назад в Ярославле. Там была огромная опухоль. Но, тем не менее, я сделала эту операцию. Это другой случай в нашем институте. Также очень большая опухоль. Итак, наше руководство говорит, как использовать ESD при колоректальных опухолях. Это, конечно, сложное руководство, но вкратце можно сказать, что ESD это особенно подходит при инвазивных опухолях, которые ассоциируются с фиброзами. Это очень хорошее показание для применения ESD. И опухоль, если мы считаем, что это опухоль карцинома, это с неглубокой подслизистой инвазией, в этом случае мы можем проводить ESD. Опухоли с подслизистым фиброзом также хорошие кандидаты для этого метода. И некоторые дисплазии также их сложно удалить в связи с воспалением и фиброзом. Энтероколит также может быть хорошим кандидатом. Наконец, мелкий местный остаточный рак или рецидив рака после эндоскопической резекции также подпадает под этот метод. И я могу вкратце сказать показания. Это LSD тип и рецидив после МРТ, LSD более 2 сантиметров размера. И даже если опухоль менее 2 миллиметров или 20 миллиметров, если наблюдается рецидив по РНТ, может быть, повторный ЭМР будет сложно проводить, и огромная опухоль может быть пролечен таким образом, но это требует значительного времени, поэтому ESD будет легче. Это не гранулированный тип. Вы можете подумать, что здесь достаточно сложное углубление. Это такое вогнутая депрессия, вогнутое углубление, поэтапное углубление, и вы можете проводить контрастирование и увеличение, и, в общем-то, она была достаточно правильной формой, и мы думали, что мы можем использовать эндоскоп, а не проводить открытое хирургическое вмешательство, но, как вы предполагаете, после инъекции раствора мы совсем не смогли помять эту опухоль, она не поднимается, поэтому в конечном итоге мы должны были провести операцию такого пациента, потому что вы не можете удалить вот эту опухоль, но используя ESD, вы можете удалить такую опухоль и с фиброзом. И фиброз был умеренный, не очень сильный фиброз был, и поэтому диссекция была проведена успешно, и это последний разрез. Это образец после резекции, это минимальная инвазия была с одной стороны, только 100 микрометров, то есть она была курабельной. И есть у меня время еще, да?
А теперь я хочу показать вам метод, когда опухоль не поднимается в связи с фиброзом, который связан с предварительной биопсией. Это небольшая опухоль, но биопсия в другой клинике была взята, и вы видите такую углубленную часть, но это просто был рубец после биопсии. И, может быть, справа вы видите также определенные конвергенции, это увеличение, и вы видите вот этот рубец в центре, но не было никакого признака инвазивного рака, но после инъекции мы не смогли поднять эту опухоль, поэтому я должен был проводить ТСД в этом случае, и опухоль была связана с фиброзом, и окончательный диагноз – это внутрислизистый рак. Это была не очень большая опухоль. Может быть, мы могли бы и проводить резекцию, если бы не было предварительной биопсии, но из-за биопсии эта опухоль была связана с фиброзом, ее невозможно было поднять, поэтому я должен был провести ESD. Еще один случай, 10 миллиметров или меньше 10 миллиметров, не очень большая опухоль. Но, опять же, ранее была взята биопсия в другой клинике, и вы видите здесь значительную конвергенцию, и был дефект в слизистой, потому что была биопсия в центре, но не было никакого признака глубокой инвазии. Я решил удалить эту опухоль, но после инъекции я не смог поднять эту опухоль, поэтому я должен был проводить ТСД, и в центре фиброз был очень сильным, но тем не менее мне удалось все это сделать, но патология показала низкостадийную аденому 10 миллиметров. Это смешно, в общем-то, было, но мне должно было, я должен был это сделать, потому что предыдущая биопсия привела к фиброзу. Биопсию следует избегать перед эндоскопическим лечением. Перед хирургической операцией это можно делать, брать биопсию, но в случае эндоскопической резекции не надо предварительно брать биопсию. И еще один случай. Теперь я хочу рассказать о ESD. В случае рецидивирования опухоли после MR-фрагментами, как я уже сказал, может быть рецидив опухоли. Очень сложно удалить рецидивирующую опухоль. Это старый случай, 25 миллиметров. Гранулированная опухоль. Я исполнил резекцию и МР. Это была резекция фрагментами МР. И патологический диагноз показал, что горизонтальную границу невозможно определить. И оператор использовал APC на периферии опухоли. И, может быть, какие-то клипсы он использовал для того, чтобы закрывать. И слизистый дефект, там не надо накладывать швов после резекции фрагментами, и поэтому не надо зашивать рану после резекции фрагментами. Через 6 месяцев рубец выглядит нормально, но вы видите, что какая-то полипоидная область здесь наблюдается, вот в этой части, но рецидив не наблюдался. Я видел эту картину. Я могу сказать, что здесь есть рецидив, но рецидив не был удален, никто не наблюдал много лет пациента, а через 6 лет уже была большая опухоль. Поэтому я должен был удалять ее. Это было очень сложно, потому что был очень сильный фиброз, и также локализация была очень сложной. Но, тем не менее, я сделал это. Через 8 месяцев после диссекции, и вот еще 17 и 29, все было отлично, никаких рецидивов. Еще один случай, 82 года, женщина, восходящая ободочная кишка. Резекция была выполнена в другой больнице.
А через 3 месяца наблюдался местный рецидив. Вот вы можете увидеть эту вытянутую участок, это культи. И вот эта опухоль, она не только включала вот эту вытянутую часть, но и жировые ткани. И поверхность этой вытянутой части была очень неправильной формы. Ну а пациентке было 82 года. Она могла и не выдержать хирургической операции, и мы сделали у нее была очень длинная ободочная кишка. И мы выполнили диссекцию. Ну, из-за возраста тут мы боялись это делать. Через 12 месяцев после диссекции, 26 месяцев, рецидивов уже не было, и не было метастазов совсем. Так что ей повезло. Есть еще дополнительные разные другие методы и инструменты для лучшего вытяжения опухоли. Это мы можем создать кармашек ниже опухоли. Вот 88-летний мужчина. 50 миллиметров. И мне пришлось создать довольно большой кармашек под опухолью. Вот на видео. Маленький разрез в слизистой. Немного его иссекаем. И попадаем мы в подслизистый слой. Ну, в конце приходится прирезать этот самый слизистую. Делаем разрез на периферийной части. Вот этот кармашек, он полезен, когда вы имеете дело с большими опухолями, которые уже проникли в слизистую. И вот все инструменты, которые есть на японском рынке и на корейском рынке, может быть, на Вьетнаме. И вот опухоль 40 на 80 миллиметров. Выглядит она однородно с правой стороны, а вот слева видно ядро такой неправильной формы. То есть тут надо быть осторожным. Мы эндоскопию делали здесь под трансляцией напрямую для наших учебных курсов. Вот мы берем клипсу, устанавливаем клипсу в кишку, можем ее повернуть и ухватываем дистальный конец опухоли и петлю заводим под другую клипсу.
И теперь тянущее усилие может быть хорошим. После того, как клипса наложена, мы можем легче, нам легче работать под слизистым слоем. И иссечь его будет очень легко. Никакого кровотечения, тут обзор хороший, мышечного слоя и опухоли. И вот мы завершили эту операцию. И вот в тот же самый день, когда вот шла демонстрация, она и была удалена. Позвольте закончить мою лекцию. Большая часть крупных опухолей прямой кишки можно удалить с помощью петли. Удаление опухоли целиком эндоскопическим методом – это лучше всего, чтобы избежать рецидивов. И эндоскопическая подслизистая диссекция – самый оптимальный метод для таких случаев. Thank you very much, Professor, for a very nice and useful presentation. I have a question. Some experts recommend to do systematically argon plasma coagulation. А используется ли, я бы хотел узнать, используете ли вы коагуляцию с аргоном, плазмой? Да, я применяю после ИМР. После... Может быть, после APC, да, зависит от того, насколько глубоко вы проникаете коагулятором в ткань. Поверхностное прижигание обычно применяется, но мы не знаем же, далеко оно идет или нет. А это важный вопрос. Если вы слишком глубоко идете, можете вызвать перфорацию. Если вы боитесь перфорации, то EPC, она не очень надежна. Если опухоль удаляется кусочками, то мы иногда применяем горячие инструменты, но при EPC вы не видите результатов. Вы удаляете ткань, и потом вы можете посмотреть образец, вы можете патологический анализ провести, но в любом случае удаляется опухоль по фрагментам, это не очень надежный способ. Вот, да, вот у нас был случай, когда аргоном прижигали, и выяснилось, что рак проник глубоко в слизистую и в подслизистый слой. Вы можете коагулировать только кровь, в принципе, а не ткани. Так что могут быть в культе остатки. Thank you very much. Maybe one more question, yes. Professor Kashida, from me. What do you think you mentioned? Профессор Кашида, что вы думаете, какую самую трудную опухоль, какая самая трудная опухоль прямой
кишки, которые вы удаляли, толстые кишки. Это опухоль, которая имеет углубление и крупные опухоли. А если у нее есть вытянутая часть с ножкой, то она может быть связана с фиброзом. Когда крупные выпуклые опухоли, то вы хотя бы можете видеть под слизистый слой. А вот после опухоли, после резекции, их может быть очень трудно удалять, рецидив опухоли.